занимаюсь на новый лог. Долго не уходил в видосы, лежал в больнице. Вот сегодня выписался, начинаем снимать. Привет, снимаюсь на новый лог. Долго не уходил в видосы, лежал в больнице. Вот сегодня выписался, начинаем снимать. Хлеб, отряхни, пожалуйста, ваше мнение. Что там, душе грязно? Нет, вообще чисто. Серьезно. Смотри, смотри, вообще есть ли? Уже следующий день. Опять пришли на Тазовский аквапарк. Сейчас будем кататься с горок. Фух, нашли новый путь. Поставили какую-то деревяшку, залезли. Пришли на Тазовский аквапарк, а тут уже охранники. Сейчас убегаем обратно. Что, по радужной? А может по синей? Да нет, она не такая. Уклонистая. Стой, погоди. Что, прям так? Ну, я не буду. Вот дальше же, блядь, при картинке прям на пол. Да. Здесь чувство воды дает. Возьми в левую руку, конечно, пусть водит. Андрей, духами воняет, блядь, и тобой. Реально, вставай, блядь. Я к Тане побежал, короче. Офигенно, статичь. Текаем. Там два охранника, вроде. Саш, погнали! Сентября, город Сызрань. Сызрань, Тольятти. Остылся. Дубляна, тут можно нырять, короче. Это моя хата. Тут у меня пес купается. Тихо разбит. Сейчас, короче, вот там и в самом отеле. Сейчас, короче, смотри, я тут ныряю, ты меня вон там снимаешь, да? В самом отеле тоже там. Ну там тетка. Ну тут может опять. Плафон. Что-то как слишком спокойно. Да. Ну, посмотри, стрельно, да? Затишье перед бурей. Главное, чтобы этот видос записывался. Бля. Просто флешка китайская, я хуй знает там. Вон, видишь, там вот заборчик маленький. Нихуя, это не заборчик, а не там просто. Что-то было как-то слишком спокойно. Нас даже не повязали. Даже никто не вышел. Да, шкура бежит, да? Факин, факин. Ну что, давай как спортики перепрыгнем, а отсюда, а? Стоит иначе, ничего нет там на полу. Нет, ну я хуй знает вообще. Я не такой спортсмен.